Ой, хорошо, когда все хорошо, когда все так идеально. Но даже если не идеально, ну, в каких-то моментах, вы знаете, к кому обращаться. «Утро на Енисее» – программа, которая работает для вас, для жизни. Мы с Наташкой опытные. Вообще. И у нас и гости, которые приходят нам, тоже подсказывают. Так что слушайте нас, мы вам плохого не порекомендуем. Да, и не покажем тоже никогда плохого, а только самое лучшее, самое красивое, милое и интересное. С утра это очень важно. А, вот, например, дети, которые танцуют, да? Mm-hmm. Есть у нас? Да, конечно. Образцовый ансамбль современной хореографии Нефертити и культурного центра на Высотной. Сейчас да. Для вас в прямом эфире зажигательный танец. Тарантелла он называется. Это да, это бомба, пушка-гон, как сейчас молодежь говорит. Образцовый ансамбль современной хореографии Нефертити культурного центра на Высотной. Друзья, можете расслабиться. Все-таки замерли, это можно так и стоять. Я представлю по именам каждого участника. Чуть-чуть ближе сделать шаг вперед, к столику не прижимайтесь. Фирменные движения сейчас будут? Да, фирменные движения от каждого. Я говорю имя, называю, вы какое-то движение делаете, там шаг вперед и показали. Следовательно, передаете привет всем, хорошо? Хорошо? Итак, начнем с мужчины, который единственный в коллективе, Алексей. О, ну, та, что так нормально. Неплохо. Итак, дайте, Вероника. Ну-ка, вот, не, вот, вот это я понимаю, тикток пошел уже. Так, Екатерина. Ну, Екатерина, ну-ка, ну, тоже неплохо, привет, привет. Ага. Так, Даша. Оп, вот оп, это оп, хорошо, и еще оп, вторая Дарья здесь есть. Прыжки ваша фирменная, девчонка. Прекрасно, Аня. Улыбчивая такая здесь все. Так, Соня. Соня. И Алиса. Привет. Вот это крутяк. Доброе утро. Да, доброе утро, ребятки. Сейчас мы пообщаемся с вашим руководителем ансамбля Елизавета Сергеевна Кравченко. Доброе утро, Елизавета доброе Сергеевна. Доброе утро. Да, вы вам. Такие прекрасные дети. Как вы с ними справляетесь, конечно, это отдельный разговор. Да-да-да. Ну, мы знаем, что вы молодцы, вернулись с международного конкурса и прямо и с победой. Это прямо непростые... Берега надежды, этот международный конкурс, да, с победой вернулись. Да. Поздравляем. Спасибо большое. И мы самое интересное, мы в народной номинации. То есть мы не народники, но мы в народной победили, да. Вы, наверное, взяли тем, что оригинально вот эту тарантеллу выбрали. Не вот, ну, часто берут же русский народный, а у вас тарантелла. У нас тарантелла, да. Веселая она такая. Просто, да, интересно, вот как сейчас приходится на таких международных конкурсах как-то удивлять? Вот чем вы берете? Может, какие-то еще изюминки можете рассказать, что в танцах у нас там присутствовало вот, вот это там или что? Чтобы как-то... Да, сейчас, конечно, современка идет не маленькими шажками, а прям несется. И удивлять очень тяжело. Мы не успеваем даже постановки поставить. Уже надо что-то новое, что-то новое. Но мы все равно придерживаемся ближе к классике. И я считаю, что классика — это основа абсолютно всех стилей. Mm-hmm. То есть, да, сюжет. И сейчас у нас в эту субботу уже будет спектакль «Конёк-горбунок», классическая сказка, но с современными элементами. То есть у нас там настолько интересно будет. И мы и забавы взяли, да, номера, и в стиле модерна, там силовые такие моменты.
То есть и взяли из китайской культуры, то есть приходите. Как сейчас на моно говорят, а фьюжн. Да. Это все вместе вот так вот собрали, все воедино вот так вот. А там и немного, не... там немного, это такой фьюжн. И ничего да? лишнего, настолько все интересно. И возраст у нас участвует с 3 лет именно в этом спектакле. Угу. Хорошо, все. Ну вот, друзья, отдавайте детей в танцы, это всегда модно современно, и там все динамично развивается. А также приходите на... спектакли. 4-го, да? Это получается. 4 декабря в 17:00 культурный центр. Так, быстренько, пока у нас еще много времени осталось. Елизавета Сергеевна, мы говорим сегодня про крепкий союз, семейный союз. Что бы вы выделили, может, пункт 1-2 вот счастье вот этого семейного союза, то есть, чтобы был крепким? Чтобы был крепким, нужно друг друга беречь и говорить прямо. Именно говорить свои чувства, говорить то, что нравится, что не нравится, потому что когда ты утаиваешь, все терпишь, оно не приведет ни к чему. Вот. Спасибо большое и за детей, и за ваших отдельных. Отдельное спасибо, красивых таких молодцов. Мы сейчас ненадолго прервемся, была полезная информация, и хочется с вами сделать классную сумасшедшую фотографию с победителями. Сумасшедшую? Сумасшедшую.